В Одессе перерабатывают елки, которые одесситы сдали в пункты приема в течение января. Я напомню, в рамках этой акции нужно было сдать новогоднюю красавицу в обозначенное мэрией место. За это сознательные граждане получали конфеты и другие сладости. Всего в городе работало 67 пунктов приема. Около 180 кубометров деревьев уже спрессовано и обработано. Дальше определенная часть хвои пойдет на перегной. В питомнике будет мульчирование деревьев, хвойников. Хвоя переработана очень полезно, она имеет нормальную кислотность, которая необходима для хвойников. Стволы, сейчас уже машина уехала, стволы мы оббиваем ветки, стволы уходят на отопление теплиц, которые находятся у нас здесь на территории. И дальше, после компоста, когда оно там 2-3 года перегниет, будет использоваться для выращивания цветочной продукции.